Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем об уходе за лошадьми. Здоровье и внешний вид лошади напрямую зависят от правильности ухода за животным. Ключевую роль играют условия содержания и кормления. Выдавать корм желательно в одно и то же время, так как пищеварительная система животных привыкнет к определенному графику, и вы убережете лошадей от расстройств пищеварения. В рацион следует включать не только природный подножный корм, это зелень и сено, но и сбалансированные комби-корма. Кроме того, рацион следует корректировать в зависимости от сезона, возраста и пола животного. В среднем на 100 кг веса животного требуется порядка 5 кг корма в сутки. В летнее время для этого достаточно обычной травы на пастбищах, но при этом следует помнить, что опасность для особи представляет не только недостаточное, но и избыточное кормление. Очистка кожи специальными щетками и скребками является обязательным этапом ухода. Во время процедуры следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не травмировать животное. Чистку скребками проводят сначала с левой, а потом с правой стороны, постепенно продвигаясь от головы к спине и ногам. Для расчесывания гривы и хвоста следует использовать специальные металлические или пластиковые гребни. Для чистки копыт применяют специальные щетки или крючки с тупым концом. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Особое внимание следует уделять гигиене копыт животного. Копыта лошади, которые работают, нужно обязательно подковывать. Причем эту процедуру лучше доверять специалисту. Как правило, подковывают тех особей, которые принимают участие в соревнованиях или тяжелой физической работе. Подковка позволяет замедлить износ копыт и продлить работоспособность животного. Остальным же достаточно расчищать копыта раз в полтора месяца. Это позволит поддерживать животное в здоровом состоянии. Уход за лошадью в домашних условиях достаточно хлопотное и дорогое занятие, но сам процесс общения с этими умными благородными животными доставит вам огромную радость. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.